Ну, типа, просто в никуда пропал. Да, ребят, у меня вопрос. Артист, ты что, меня не любишь или что? Я тебе какое зло, блядь, сделал, чтоб первый меня убивает? А я пыталась убежать от Фина. Да какого мага? А Фин хотел убить меня, из ямки выпрыгнул сейчас? Нет, у меня откатывались скиллы. Как я могу топить, как я могу топить в магу, если мага вывел артиста в соло? Он не будет такие разбежки делать по нулю. Чего? Чего? Врубается свет, я вижу, мимо пробегает Фин. И не добегает, и, и вижу, ну типа свет уже гасится, я вижу то, что он идет чинить свет. Я бегу, я считаю, обратно. Это месть. Просто секунда прошла, я бегу обратно, его уже нет. Но это не Морфей, ладно, знаешь. Это не артист и не Шашков сейчас, поэтому... Блин, сейчас кто-то рядом со мной на лабиринте был. Я как бы работаю на своей вакансии, как бы делаю свое дело. Я с тобой был, ты остался на лабиринте, я пошел вниз. Да, я так и понял. Я говорю, делаю свое дело, как говорится. Да. Возможно, может быть. Ну я около... Полсотки, может быть. Слушай, полсотки. У меня такой вопрос. А это можешь быть ты? Нет. Может, просто нажав репорт, и поэтому так растерялся много. Я растерялся? Ну да, по эмоционалу прочитано это полсотки. Прям по эмоционалу просело, да? Нет, мне кажется, это не она. Го, пока скип. Я шучу, Это в 10 полсотки. Сейчас инфы нету, но... Да, Ковдевич надо посмотреть. Я говорю, я никого не видел. Бля, опять рискайся, сука. На самом деле, я бесплатно полсотки голоснул. Стул, давай, я уверен, что ты справишься. Сможешь все в чатику показать? Я скипнул, короче. Понял. А нет, ты не голосовал, тебе все. Я не голосовал полсотки. Это был. Ну все, полсотки трейдера, значит, все, я понял. Я вас понял. Зашел меня? Нихуя непонятно, блядь. Трейдеры не докинули в левкастер, это левкастер. Это не артист. Ага, вопрос сейчас задам. Кто трое в исследовательской были? Я. Исследовательская, это где? Дебро еще с кем-то. Кастер точно был, я забегал. Это вы про лабу говорите, Чешо? Нижний правый угол называется исследовательская. Три человека. Нижний правый угол, меня там не было. И еще кто-то. Я. Хорошо. Ребят, это килл сделал или мага, или Морфей. Ребят, или мага, или Морфей. Я еще нахожусь в офисе. Ну, значит, Морфей получается-то, если ты не врёшь. Ты? А где ты нашёл труп? Труп находится... Где? Откуда ты? Можно вопрос? Да. Вот труп находится, если что, сейчас... Дебро. Где получается вот, где, вот коридорчик? Дебро. Блядь, где? Можно я скажу, пожалуйста? Ну, вот, получается, значит, коридорчик с электро вниз по 2. Ну, Файл, я там был, там не было трупа. Кто сейчас починил правый реактор? Ну, тогда на 100% это я, блядь, подождите, убил. Подождите, ребят. Смотрите, я был электричеством, я говорю, я убил этот килл. Ты на 100% уверен, нет, что Морфей, я это говорю, делал? Нет, я тебе говорю, между Морфеем и Файскиллом один убийца. Ну, между Морфеем и Файскиллом один убийц 100%. А Дебро не мог сделать килл? Когда делали первый килл, Морфей стоял на свету. Он тот килл сделает... Дебро, а почему ты меня не дефаешь, если сзади тебя бегал? Это килл уже давно. Был, типа. Это, я смотри, я был рядом с электричеством. Я понял. Я был рядом с электричеством, я побежал вниз, я заполнил бутылки и сбрасывал листья. И потом побежал у меня, поэтому там не было никакого килла. Не, ребят, это скип, но я подозреваю магу все равно. Да это мага 100%. Это 100%. Килл был, трое было в исследовательской, двое было в лабе, это Дебро и Ботя. Нет, Дебро говорит, что это килл было давно, поэтому как ты можешь... А, три голоса меня, кстати, два трейдера среди них, скорее всего. Я сейчас кнопку нажму и объясню. Я скипнул. Не факт.
Дайте задание сделать хорошо с этими кнопками. А, ну короче, ну не успел он объяснить, почему это fight skill, да? Ребят, смотрите, вопрос такой. Ну это не я. О, полсотки. Ты когда сейчас заходила в электро, ты кого-то видела? Нет. Точно? Точно. Ну, типа, я за мной. Показывал о том, что там один человек. Ну ладно. Боти на лайф. Не, я не видела, темно было. Смотрите, ребят, мы можем. Я видела, за мной шел зеленый, по-моему. Мы можем по завещанию Лёвы кикнуть магу. Нет, если вы меня кикнете, вас будет 6 человек, и вы проиграете игру. Поэтому вы меня кикаете по-любому не будете. 100%. Не, мирный житель, вы скипаете, я говорю сразу, потому что не кикаете меня правильно, вы проигрываете игру. Я скипаю, как мирный игрок. Ну я проголосовал. Я не проголосовал, я не трейдер. Что за биполярка? Не, просто при семерых человек голосовать такой себе. И тем более, если ты являешься мирным игроком. Я во всяком случае, ладно, хорошо. Я за скип проголосую. Голосуй. Я одной рукой своей. Ну ясно, в магу. Не, нет смысла говорить, что я был рядом с электричеством, если ты там нашел труп. Сам просто подумай. Труп был в офисе на столе. Не, я говорю про тот килл рядом с камерой. Ну я понял. Это не ты, это не я. Значит, это либо все. Короче, магу кикаем. Ну, сейчас я согласен, я готов сейчас могу. Мага выводить. Просто забежал. Почему? Слева. Что, стул не справляется, да? Камер к нам в это. Сейчас. Скажи мне. Типа, толпы очень давние, прям очень давние. Ребята, смотрите, при даблкиле мы втроем были в лабе. Ну, возможно, я, по крайней мере, кого-то упускаю, но. Да, по крайней мере, но мы были, да. Поэтому, но ты потом, потом убежал. Я стоял. Я везла бы. Смотри, Дебро. Боти, скажи, подожди, Боти, мне хочется послушать. Боти, что делал Боти? Коротенький я только. Я стоял сначала на лейфлайнах, увидел два килла, встал на админку. Один человек был на секьюрке, типа этот, на камерах. Один человек был в О2. Два человека было в этом. Как это хуйня называется? В лабе. И один человек где-то, видимо, бегал еще по улице. Я могу объяснить свой путь. Я был вначале рядом с офисом, выполнил задание, и через него побежал через нижний вот этот коридорчик, побежал наверх электричество. В итоге я первый встал на электричество, вы вдвоем подбегаете ко мне, и в итоге мы не можем друг друга починить, я убираю, вы чините свет. Потом Морфей находит труп на камерах. Да похуй потом Морфаки. Да. Дебро, не. На самом деле я заруинил игру, я мог только что выиграть, именно мы могли выиграть, но я затупил. Я просто не сдал еще один килл. Сорян. Да не парься, я тебя прощаю.
Ладно. Сейчас я стул, я тебе помогу, смотри. Вот так надо в будущем. Хорошо? Все, окей. Ты молодец, ты часть квестов прошел, я смотрю, но... С этим тебе нужно немножко, ну, научиться. Блять, не успел. Сука, я не успел. Хорош, что? Бося, Бося, смотри. Что? Я сделал килл, короче, на камерах. Да в итоге понял. Сделал ты один килл. И я не ожидал, что ты сделал тот килл, и мне надо было просто нажать кнопку килл опять. Я просто ждал, типа, я думал, в админку кто-то побежит, поэтому если остался с трупом артиста и ждал, я бы так побежал на электричество. Сорян, я не знал, что ты сделал килл, если бы я знал, я бы просто, ну, хорош, красавчик. Ну, ребят, сейчас Морфей что-то пошел чекать, я хуй знаю, что чекать. Да, вот, просто я думал, что... Чего чекать пошел? Я думал, сейчас саботаж будет на это, и я понял уже, что ты трейдер, хотел бежать. А почему не вывели магу, когда не зашел? Ребят, можно? Да, спасибо. Я говорю то, что я в админке остался, думал то, что Морф будет дальше с полсотки бегать. И все, и в итоге я потом нажму мы кнопку, по боте выведем. А ваша проблема в том, кто в игру не зашел? Ваша проблема в том, когда легастеры убили, вы не сняли магу. Вы почему-то не сняли. Да, почему? Я типа сказал 100% или мага, или Морфей. Типа. Ну, мага или Морфей, ну вот именно что два. Надо было быть более убедительным. Ятик, можем устроить челлендж, чтобы за трейдера играл стул. Я типа только буду говорить и окраснять его, а он будет убивать. И килл произошел прям только что, потому что полстолки стояла со мной на елочке. Ну не прям только что. Только что. Ну секунды три уже ему. Недавно, потому что... Короче, смотрите... Белый, зеленый, синий, розовый, красный оставались там в начале. И потом они уж кто-то пошел, все пошли направо. Я пошел в лабу вначале, потом пошел в электро, потом и тут же саботаж электро. Ну, прочитано. Я в лабе остался. Короче, как идти в лабораторию, там есть елочка, возле нее. Я стал сделать эту, соответственно, елочку уже, и сразу же у меня репорт. А, то есть скилл право? Ну, да. А вопрос, а кто пошел себя чинить? Кто починил? Я пошел. Я починила. Нет, я в соло починила. Я стоял на пульсе. Ты пошел, ты чинила, ты как раз таки пошел в лабораторию. Ты на пульсе стоял? Да. А как ты к нему пошел? Через какой пульс? Сразу вниз, через левую дверь. Через левую дверь, это имеется в виду через камеры? Ну, ты понял. Нет, через офис. А Шишков где был? Офис, левая дверь. Да, понял. Потому, я стоял на поясе, я тебе говорю, что да, килу пошел направо, красный, секунды три уже. Ты зашел в лабу, кто-то видел? Я на ракете был, забегал в лабу, я видел, по-моему, мага стоял. Кто стоял возле елочки? А говорит... Не, я не стоял. Артист вроде говорил. Но я стал сотки. Ну, Шишкова видели, забежал? Который заходил в лабу? Шишкова видели? Ну, что он раньше уже забежал, я потом... Я в Шишкова. Я скипаю, смесь. Я в Авдеич. Скипаю пока что. Короче, Лев, блядь, поблядь. Кто еще в Шишкова голосовал? Я в Авдеич голосовал. Кто в Шишкова еще голосовал? Это важно. Я проголосовал. Отлично. Лев, по-братски, иди на камеру. Это Шишков. Смотрите, подлагивает игра, когда открываешь меню. Смотрите, мне персонаж сам бежит. Аси.
Слышите, он топает, это, видимо, забавно выглядит. Можем сейчас потроллить кого-то, сейчас, погодите. А тут кто-то будет? Во-во-во, я наискось сейчас медленно бегу. Интересно просто, как это выглядит. Я не могу, к сожалению, посмотреть, потому что... А ты забагался? О, слышишь, слышишь? Ага. На лайфлайнах труп. Что с Фином? А что со мной? А, просто ты как-то побежал странно, типа... Окей, если, короче... Да, у меня Фин тоже в стену бегал, я тоже такая, чё? Так, короче, окей, смотрите, если просто подумать, кто починил левый реактор? Слева. Шашков, Авдич. Слева я починил. Не, смотрите, один человек еще давно приложил руку. Кто это был? Слева со мной артист. Я это артист, правильно? Там прикладывали, да? Смотри, самое начало артист, смотрите. Я Дебро, смотрите, я Дебро видел много раз на лайфлайнах. Мы по очереди с ним менялись. Потом я пошел правую руку прикладывать, я приложил. В итоге снизу ко мне прибежали три человека. Когда я побежал вниз, передо мной закрылась зверь. Я убежал от них. Она прям закрылась передо мной. Одну секундочку, смотрите, на левом реакторе были белые, розовые и желтые, а на правом реакторе были зеленые, фиолетовые и черные. Вопрос, где был все это время Левкастер? Мне кажется, ребят, можно секундочку? Левкастер, скажи, пожалуйста, ты как эту хуйню? Карточку делал? Я и переворачивал, и проводил. Типа два задания было. Просто я не знаю, когда ты успел, ты вначале типа сделал только одно, просто стал в ФК, там типа на полчаса. Можешь и то сделать, у меня получается так. Типа я подхожу и переворачиваю, и делаю сразу, если по центру становишься, у тебя два таска достает. Настя, а у меня другой вот вопрос, Настя, а почему ты сначала в меня вкидывала, а потом ты начинаешь... У меня есть вопрос, кто на правую руку подбежал? Ну потому что ты для меня в любом случае... Кто на правую руку подбежал? Я подбежал, но я с кислорода прибежал вместе с Авдеевичем. Я пытаюсь найти, кто второй, я подозреваю магу и... А как мы, может, классно, у меня два трейдера проголосовали, чуть ли не вылетело нахуй. Если что, боти до конца игры красные. Блин, не успел в Авдеевич проголосовать. В смысле, мне за килл Авдеич будет каждый раз 500 рублей донатить, лол, чё? Я извиняюсь за душку. У меня есть один, короче, вопрос. Когда мы починили реактор, побежали вниз, там со мной бежал Морфей и еще один человек. Это кто был? Я могу сказать тебе, если ты не помнишь. Ну, говори. Это был Шашков. Нет, это был другой вроде в скин. Это был Шашков. И он, вы вместе убежали. Двери, смотри, двери перед тобой закрылись, вы вместе с Шашковым убежали. А он за тобой. Я, короче, он за тобой побежал. Короче, вот я хотел, мне было, знаете, что любопытно, что какой-то чел открывал дверь, и почему зарепортил труп Морфея, не тот чел, который открывал, но я так понял, я что... Открывал один дверь, я открывал, да, один, я дверь, понял. Вы убежали вдвоем, я зарепортил труп, все. Ты первый убежал, потом Шашков за тобой побежал, и я остался дверь открывать, я не понял, почему вы убежали. За душку, давайте быстро скипнем, sorry, my bad. А, ребят, кто вам здесь голосовал, два человека, скажите? Не знаю, я за скип голосовал. Ребят, напоминаю. Тебе никто не скажет, два трейдера. Авдеич сказал, что если она умрет, то я до конца игры красный. Да, если что, будьте до конца игры красный. Стоп, два человека не признаются, что вы голосовали Авдеич. Мага? Не, я не голосовал. Я голосовал в магу. Я с Авдеичем, видимо, за скип проголосовал. Я голосовал в магу. Ты сказал, что это маг, я голосовал в магу, один голос закинул я. Я не проголосовал вообще, сори. Смотрите, если никто не признается, что голосовал Авдеич, значит, она красный игрок. Да, значит, она красный игрок, значит, Боси тоже красный игрок. Скорее всего, Шашков реальный трейдер. Я, кстати, в Шашкова опять голосую. А если в Авдеич проголосовала она и ее второй трейдер? Нет, можете. Я тебе никнейм сейчас скину, дашь доступ? Я после этой катки выйду. Хорошо.
Бля, почему меня так подлагивает? МФПС. Бля, что за пацифисты на трейдерах? Так, это Шашков и артист вроде. Если я правильно увидел. Я на камерах сейчас. Как... Два артиста первого. Стоп, подождите. Стоп, сначала инфа. Шашков это 100%. Они только что сделали даблкил. Только что был даблкил. Я сразу зарепортил труп. А где? Какой еще нафиг даблкил, если сейчас артист был... Слева на электричестве, там был Морфей, я и артист, больше там никого не было. Морфей, ты и артист. Ребят, вы это подтверждаете, что там был Морфей и этот артист, правильно? Да, я видел, как ко мне забегали слева артист и Финаргот. Все, значит, это Шашков или Левкастер? Шашков или Левкастер? Я могу объяснить, смотрите. Ребят, смотрите. Я, короче, Сю, она вот с самого начала подозревает Шашкова, я сейчас топлю его. Вот я его топлю, она с самого начала его подозревает. Я бегал с Боти и с Шашковым, и с Авдеич, всю, весь этот раунд. Ну, Шашкова. Весь раунд. Я подхожу. Они четвером без тебя. Я подхожу, Шашков делает килл и файт скилл. А, значит, это Левкастер, ребят. Вы, я думаю, что вы даже не будете спорить. Он только что сказал, что я сделал килл. Кто что говорит? Морфей, почему ты киллы не делаешь? Что-то вроде не Да блин, да что-то электричество ломают все время, я чиню его. Жмите кнопку сразу, это Левкастер. Как тебе ответ мой? Инстантом причем чиню его, братишка. Спасибо, Морфей. Блять! Ребят, Фингин, ты упал. Все, Фингин, ты упал. Да, Левкастер, да. Да там, я не вытерпел, я хотел кого-то... Что там, как трубы-то на винтах? Да там, я, короче, там, я хотел убить кого-то, а вы бегаете все по 4, морф чинит моментально. Так ты в офисе прыгнул, зачем? Зачем ты в офисе прыгнул-то? Типа, какая разница? Типа, мага уже спалил на трейтера. Полсотки ты все, что ли? Шишков. Фин, если что, я тебе скинул это... Бля, я надеюсь, не слышно, как я чавкаю? Не слышно. Да можешь почавкать, можешь почавкать. Авдеич, бля, Авдеич, надо, ты знаешь, как надо, с двух сторон чекать этот сканер? Типа, короче, когда один человек становится, начинает... Я так не буду делать, зачем мне это делать? Авдеич, ты меня и так красный, во-первых, а во-вторых, ну типа это абуз, блядь. Слышишь? Я не хочу так делать, Авдеич. Да. Чего? Какой чат, пожалуйста, они меня закусали всего, блядь. Только зашел, никого не трогаю, блядь. На тебе кусь. Да. А можно меня покусают? Я тоже... Бля, хоть кто не покусал бы. У нас... По-моему, нас с тобой уже покусали, Боть. Кусь, блядь. Плюс 2 нам надо. Авдеич, а чё по токенам? Сколько при вас? Мы с тобой можем потом договориться. По скидочке. Для друзей. А постоянным клиентам скидка есть? Так, Изи Ван сейчас... Тебе нет. Да блять! О, а это Изи Ван любит говорить, да, чел? Да. Да-да-да. Чел, ты! Чел! Сейчас будет. Джози, во-первых, я не чел. У меня есть ни имя, и никнейм. Во-первых, я не чел. Фин, там тебе добавляют, просто у меня будет доступ, да, чтобы зайти. Да, я тебе дал, поэтому никнейм, да. А, всё, понял.
Че, нам плюс 2 надо? Ну и Зиван же сейчас зайдет. Тогда еще один получается. А, Серега, понял, все. Алеша, можно выдать бан в чате, пожалуйста? Реально, можно Лёше бан дать? Да чё вы, Лёху душите, алё, ну... У тебя есть забала канала 10 минут типа тайм-аут? О, да, Бобёр, заходи. Ао. Блин, я вижу только тайм-аут себе, вот тайм-аут бы... Нет, там без бан. Лёша, я выкупил. Да бля, не трогайте Лёху, блядь. Без бан. Шо происходит? Серёга пришёл. Заходи. Лёха душ. А что значит это Хесус? Это что? Безбаш, как твоя бисексуальная жизнь проживает? Это кто такой вообще? Да, это старая, это одна из первых каток в Имонка, где еще орала. Это Хесус! Так, смотрите. Теперь мы знаем всех, кто стримснайпит. Вот, там уже, видите, Леша пишет, что ботя читает чат. Согласна. Реально согласен. Стримснайперов нашли. Так, стримснайперов находим. Да. Я стримснайпер, да. Все в стрим-снайперы здесь. Я всегда рядом. Так, ладно, пойду дезерту как стрим-снайпить, который в Майнкрафт играет. Я всегда рядом. Бля, в натуре. А он что, он типа на Сироке? Нет, он давно в АФК, скорее всего. Ну, этот, офлайне. Не, ну я тоже больше в одиночку люблю играть. Мне прям вообще по кайфу. Я бы больше с модами. Вот если бы диван поставили бы мы на этот, на Майнкрафт, было бы вообще классно. Не, ну я с модами... Чёрный кожаный диван, я знаю, да чё, не пиздить. Диван РПГ, давай. Все, блядь, начали. Катку. Все, стул. Все, блядь, вовремя. Алло? Да? Да, Только что Морс и Нарго там убегали от меня. Вот, я нашел. Да нет, я стоял Морс на админке. Какой Морс Финарго там от тебя убегал, если я стоял у ФК у входа в офис? Он на ФК стоял, да. Я стоял на админке, Дебро. Я вижу, что выключился, саботаж произошел. Дебро, ты сейчас скидываешь просто. Саботаж не было. Можно я скажу? Я, блядь, инфу даю о том, что вы уходили, о том, что я вас видел, чтобы ребята были в курсе. Не, Морфей, слышишь? А что, кто откуда уходил? Я говорю, думаю, сейчас будет саботаж и побегу на саботаж. Типа. Нет, ты сказал, типа, вроде бы... Короче, я говорю, думаю, что сейчас будет саботаж. Ребят, здорово, что вы все знаете, где труп, но хотелось бы все-таки узнать. Да, вот я как раз... Я сам не знаю, где труп. На офлайнах труп лежит. Но это не я. Я даже туда не заходил, я даже туда Дебро не заходил. Я в самом начале раунда спустился вниз, мне позвонили, я все время стоял АФК у входа в офис. Это я видел, я видел. Вот, труп находится прямо на лайфлайнах. Не, я скипаю, типа, я туда даже не заходил. Где был артист? Чапи. Артист забыл. Не, ну я Финарго там, Арфа, Коронавирус. Артист! Не скажу. Где был артист? Не скажешь? Я в тебя голосую, артист. Так, да не, погоди, Дебро, а почему ты меня на карандаш берешь, мне интересно? Да потому что я хз, действительно ли ты прямо сейчас отошел, или ты успел сделать килл, отойти и именно... Нет, если бы я успел бы сделать килл, отойти, я бы не имел права так окрасняться, будучи через АФК. Я всегда скипаю анимацию, спускаясь вниз, я спустился вниз, мне позвонили. У нас весь раунд молчат, артист и Бобер. Я сказал, что я в плейсменте. А как же я? У тебя... Я голосовала в артиста. Кто еще голосовал? Я голосовал. Спасибо, Левкастер. Все Левкастеры вы голосовали в артиста, если что. Я голосовал, я вспомнил, сорян.
Чё, там, блядь? Морфей, что там? Короче, рассказываю ситуацию. Рассказываю ситуацию. Захожу, короче, в админку. Мне навстречу... Ой, я не знаю, как называется. Это посередине комнаты. Админка я назову ее. На мне навстречу бежит... Офис. На мне навстречу бежит Морфей. Типа, я спускаюсь вниз, там без стол. Бля, офис, стул хороший, а где чубил? Нет. Иду к лайфлайнам. А, там лежит труп. И со стороны лайфлайнов еще к трупу бежит без баш. Ага. То есть я Морфей выбегал. Тебе... Смотри, развернулся. Как... Я стою на лайфлайне, нет, вижу один труп. Я один после был, этого появляется второй труп. Я бегу к кнопке и встречаю труп. Стойте, блядь, я ничего не понял. А, стоп, стоп, стоп. Сейчас сделали два килла, и кого вы труп нашли только что? Я нашел... Дебро вроде нашли. Дебро. А в день только что справа выбегало, когда мы на лайфлайнах увидели два килла. Я хотел Авдича краснить, его убили только что справа. И Дебро еще убили давно. Значит, смотрите, получается так, Дебро убит еще был раньше, чем убили Авдич, когда она побежала, когда увидела труп синего. Артисту просто. Это был не без баш. Смотри, 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 артист, я стою на админке, отключаю админку, и такое ощущение, как будто кто-то винты прыгнул. Я пошел смотреть, ну, типа, по админке, понял? И кто-то сюда телепортнулся. И смотрю, ты забегаешь ко мне. Я думал, что это ты, короче. Короче, понял? Ребят, и, типа, на 7 игроков. Дальше на админку, но ты забегал с улицы. Ребят, у нас есть 2 100% красных игрока. Я не видел где. Да все. У нас есть 2. У нас 7 игроков, мы скипаем. У вас 2 100% игрока до конца игры, это я и без баш. Просто до конца игры мы этот килл сделать не можем. Я тоже не мог. Я в спешменте стою, делаю сайм. Я не убивал этот килл тоже. Как? Ну, ребята, когда двойка в финале. Ебать, Бобстер, что ты творишь? Большое спасибо за донат. Стул, тащи. Как его топил Дебро? Какие пруфы типа на 100%? Я не могу быть уверен. Убей! Я без баш тоже трою, это не он. Найс. Так, убили артиста, бля. Стоп, все легко, без баш, смотри, без баш. Это Финаргот и Морфей, либо еще Бобер. Я сейчас... Так, Финаргот и Морфей, мне даже интересно стало. Давай, Мага, я слушаю. А ты хочешь меня затопить, Финаргот? Нет, я не хочу тебя затопить, я слушаю просто твои доводы, давай. Не, а кого ты подозреваешь тогда, двойку? Ну, типа, у нас Дебро по началу раунда видел меня и Морфея убегающим. Я сказал, я стоял ФК. По Морфею я ничего сказать не могу. Я его вообще не видел. Назови двойку просто. Морфей Бобер у меня. А, у тебя Морфей кто? Ну, я готов. Я думаю, что это Бобер и Безбаш, скорее всего, ХЗ. Короче, Финаргот, Морфей, 2 трейтера. Нет разницы, кого из них кикать. А, в этом смысле. А, в этом смысле. Артист возле меня был в спейсменте, то есть я сейчас стоял с Аймоном. Я сейчас захожу на админку, на кнопку, чтобы... Погоди, нажать, чтобы ты был в исследовательской? Смотрите, с самого начала раунда артист спускался вниз в исследовательскую. Со мной, да. А, Безбаш, послушай меня, пожалуйста, Безбаш, мы с тобой простояли вдвоем, мы 2 трейтера быть не можем. Ну, ты сам, типа, в курсе, что мы стояли вдвоем, я никуда от тебя не уходил. Но, типа, я говорю, это Бобер, потому что артист был с ним, и никто вообще туда бы не успел бы зайти, потому что там нет винтов. А второй кто с Бобром, я хз, либо Морфей, либо Мага, который покупает руку Безбаша, либо Морфей, которого я не видел. Нет разницы, кого кикать, Финаргота, Морфея, но смотрите, Морфей... Киду, это 100%. Я не понял, Финаргот, это за фейк АФК? Он АФК стоял, я убил его. В том раунде я стоял АФК, мне позвонили, а в следующих раундах я... Не про тот раунд, я когда фейк стул был. А в следующих раундах стул играл. Безбаш, как мы же вместе с тобой простояли. Я в тебя-то и не голосовал. Просто, блядь, самое... Так а какое? Он тебе сказал двойку. Я говорю, Морфей, давайте выберем того, что... Не, игра закончилась, я не по факту, все забейте. Финаргот, а ты с
сколько ты зарезал двоих всего? Ребят, ребят. Да, но у меня стул резал. Знаете, как сильно? То есть, получается, я такой беру, бегу, меня морф в спину ебашит, и я вижу, как файв скилл, и еще два человека там бегают туда-сюда. Там не видно, там не видно, радиуса не хватало. Деброш сказал, тебя убили до Авдеича. Я не понимаю эту мову, типа, он железобетонный морфей, и, типа, вопрос еще между Финном и Бобром. Почему мы морфея не выкидываем, а начинаем метаться между... Я считаю, что, кстати... Потому что Бобер проголосовал Финнергот, и чтобы выиграть, надо было голосовать Финна. Я считаю, что стул должны взять во фрик-сквад, но... Типа, слишком сильный игрок. Бот. Ну или как минимум в турнир от Эвилона он должен тоже его. Бот. Блять, что за спам? Чел. Чел. Все любимый блокмен. А я тут нашел. Так, а где нашел? Прямо на админке. Угу. Админка ты где? Ливкассер. Может, да. Это. Может, ты сам устроил этот? Да, трек? это либо саморепорт, ребят, либо это ливкастер. Но суть в чем, для меня Бобер позже выбежал оттуда и забежал туда сейчас назад и зарепортил. Как будто бы он типа такой. Секунду. Смотри, я прибежал в админку, встал на лайфлайн, и труп уже был Дебро, то есть он уже давно лежит. Я дошел до исследования, нет, пробежал... Нет, недавно он... Нет. Когда ты со мной пересекся, я была на лайфлайнах, трупа еще где не было. Где админка находится еще? Ну, типа, скорее всего, это саморепорт, потому что говорю то, что Бобер вышел на меня оттуда снизу, я увидел меня. Я предлагаю, чтобы не про ноги я подошла к лайфлайнам, увидела труп, и он решил пойти назад и саморепортнуть. А где? Если там труп не видно было. Там не я было, не хочу типа... вкидывать в Авдеича, потому что я уверен, что она на 100% красная на этот килл. Почему? Потому что я когда вышел с Пейсмента, я сделал там свой единственный квест. Вот, я чисто пробежался по правой части, вышел в админку, чекнул админку, потом зашел, ну, вернее, вышел с админки, встретил Авдеич и встал, смотрел по лайфлайнам. Там бля, Бобер так говорит, что я думаю, что он мирный, либо он такой жесткий игрок. Мне кажется, это Ливкастер. Я бы Мне кажется, что это Ливкастер, да. Ты что, гонишь? Ребят, не нужно. Скипаем. Типа, дайте я скажу. Я стою на камеру, смотрю, что Морфей с боти стоит, я думаю, Морфей сейчас зарежет ботю. И типа, Морфей увидел камеры и отошел. Я поставил на камерах, прочекал всех, добегая до офиса, ну, через кислород. Не знаю, где Авдеич меня видела, я ее не видел, потому что света не было. Света не было, ты пробежал сквозь меня, я тебя видела. Ботя, ты разве не был с Дебро? Не рассказывай мне. Я не был с Дебро. А почему? Мы не голосуем? Я голосовала в Бобра. Мы возле очередь выбрали в кастерах, там 100% есть блик-креейтер. В чем проблема? Так, ты что, гонишь, Авдеич? Вот после вот этого, что ты гонишь, я тебя больше хочу выкинуть. Ботя. Боть. Что тебе надо? Бибу будешь? Ну, бу-бу-бу. Всем привет. Да. Сбиваю КД, киллов нету. Да зачем нам это? Наоборот, киллы нужны. Ну, потому что нет, наоборот, не хочу киллы. Я не знаю, типа, в чём проблема. Ну, давай, расскажи. Да погодите, файвскилл, смотри. Предыдущий раунд, за мной бегает маниакально Морфей. Уже, блядь, какой раз. Я встал специально под камеру, чтобы он меня не убил. Он ушел. Я пошел, посмотрел, увидел, нету киллов. Пошел к админку. Бобер выбегал тогда исследовательской. Выключается в этот момент свет. Где админка находится? Я вообще не понимаю. Прям под кнопкой. Вот, смотри, как ты выходишь. Смотри, как ты выходишь. Я понял, я понял. Со спавна в офисе вниз сразу же. Да. Ливкассер забегает в дом, вот в главную твою.
Я забегаю в астероиды к вам, к артисту, и кому-то еще кто-то с кем-то был артист, не помню. Вроде файскилл. Да, Морфей там был. Блять, можно еще раз меня послушать? Пожалуйста, Бобер выбегает на меня с админки. Когда Ливкастер прибежал на меня на лайфлайнах трупа еще не было. Он появился, когда Ливкастер туда уже подбежал. Соответственно, это не Ливкастер. Это стоп. Блять, сука! Пошел нахуй отсюда, блядь. Опа. В смысле, я как только подошел после админки на лайфлайн. Ты вышел с админки. Нет, ты вышел с ебучей админки. Ты вышел с ебучей админки. Еще раз я говорю, меня в ответ никто не топит. Ни ты, ни Левкастер. Еще раз говорю, ты вышел с админки, увидел меня, пошел назад и зарепортил, блядь. Так и было. Я не успела туда спуститься. Просто предыдущий раунд. Это стопроцентный бобер. Здесь вообще думать не о чем. Авдеич, ты предыдущий раунд говоришь, что это или Левкастер, или бобер. Сейчас говоришь, что это 100% бобер. Потому что, я тебе еще раз говорю, потому что Левкастер... Когда здесь, подошел, смотри. Говорит, что был килл, понимаешь? А когда я там была, его не было. Соответственно, Ливкастер, ну, он бы не успевал никак сделать килл, понимаешь? Это стопроцентный бобер. Не, он, возможно, трейдер, но нам намного лучше подошел, как сделать килл. Бобер, хорошее качество. Добавлю свой цитатник. Я думал, что бобер тильтанет, а он на юбере. Вау-вау. Да не с чего тильтовать. Бобер, у тебя... Один вопросик, Бобер, у тебя сервак на сколько мегабит? Что еще раз? Ладно, давай пытаемся. Так, артист, давай до свидания. Артист, давай до свидания. Я специально развернулся чекнуть. Зачем ты развернулся? Видел, что ты ушел. Зачем ты развернулся? Ну все, сейчас Финнергота подставлю, типа он там последний был. Он возвращается зачем-то. Света нет, он возвращается. Это реально... Так а там кто-то выходит из душа, мне бежит навстречу зеленый. Я думаю, сейчас зеленого могут убить, подумав, что там больше никого нет. Вот Петя Морфей мне подруинился. Ну да, получается. Получается, да. А я пытался засканиться. А в день можно просто дам? А почему ты типа топишь меня, хотя ты знаешь, вот я тебе инфу сказал, и ты ее после через целый кон обдумала? Ну потому что я додумала, алло, ну типа, блядь. А так не топи раньше меня. Я тебя не топила, я сказала изначально, я топила бобра, но сказала, что ты тоже можешь быть. Зачем ты соврала про то, что трупа на лайфлайне не было? То есть я его сразу... Бобер. Его не было, ты издеваешься? Бобер. Можешь у меня на стриме посмотреть, что у меня на стриме, когда я была, у меня не было трупов. Сотка? Печально. Ребята, с чего я ласт? Потом, если что, поговорим после. Так не, я хотел предложить, мы хотели как раз переключиться на кастомный сервак. Окей, я потом чекну еще раз точно сколько. Левкастер, давай. Авдеич, ты меня убила сейчас. Ну окей, хорошо, давайте без разговоров, без лишних обоих. Да. Сначала Левкастер, а потом Авдеич. Типа, просто без разговоров. Чтобы не замутнять пространство. Ну, просто, если что, говорю, окей, подхожу к телескопу. Подхожу труп к телескопу. На телескопе. Авдеич убил. Там труп лежит на телескопе. Я вижу кусочек ника, да. Я несусь за триейтером и вижу, что это Левкастер, только тогда репорчу. Не, ну Авдеич, главное не ссысь, сейчас все сделаем, не парься. Ла-л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 а-
А что, так можно было? А в девичку за это отдельную скидку дают? На бункере будет флэш, гипертокс, ВЛС, я, гидрос, дезерту. Не успела квест сделать. И еще кто-то. Потратил. Не успела килл сделать, да? Ага. Финаргота-то убили? Финаргота-то убили? А скажите, где? Ну, ты нам скажи. Кнопка.
Нет, ну скажи, ну, подождите, не на кнопке, подождите, скажите, погоди, где? Не на кнопке, я не видел трупа на кнопке. Не на кнопке? Без разницы, где? Ты уверен, что не на кнопке, да. Не, подождите, подождите, давайте, давайте кикнем Дзебро, потом меня, давайте кикнем Дзебро. Нет, Авдеич кикаем. Нет, давайте кикнем Дзебро, потом меня. Я тут вообще каким боком, блядь, алё. Потому что Финнергота я оставила в офисе, когда я пошла делать вонючие циферки в исследовательское. Дзебро нажал на кнопку, возможно, Дзебро убил, нажал на кнопку, скорее всего, так и было. Я прибежал. Еще раз, если что, я 100% мирная, как минимум, по тому муву охренительному, то что я сказала нажать саботаж сразу же, и они нажали прямо сразу же, вы понимаете? А сама же не могла. Если бы, нет, если бы я была бы трейдером, я бы выждала 20 секунд, потом бы нажала саботаж, чтобы еще подальше. А я бы бегать. Вообще, я бы двери закрыл, да. Дебро, кстати, трейд. Ты, кстати, да, понимаешь, Авдеич, я бы еще и двери закрыл. Тогда я мирная, я говорю, мага, скорее всего, мага, смотри, мага. Ты сейчас кого видел, скажи, пожалуйста. Ну, я с Дебро свеченил, или нет, я не помню, что было. Что происходило? А, нет, нет, саботаж. Во-первых, был саботаж. Во-вторых, смотри, я ушла в исследовательскую, Финнергота оставила в офисе. Поэтому я и думаю, что это Дебро. Бля, мага что-то запинается, по-моему. Я вообще оставался на кнопке, не его не было на кнопке. Бля, сори, чуваки, забыл, что реактор прожал, а не свет. Так посчитайте, кто где был, у вас еще 15 секунд есть. Кто где? Я был один в офисе, может быть, его где-то на лайфлайнах грохнули, типа, но я бегал на кнопки, типа, чисто. Бля, Дебро, я бежал просто с Дебро, он забежал и нашел кнопку. Скилл, проголосуй его в Дейч. Не, я скипнул. Я скипнул. Типа, классно скип. О, ну я мирная, потому что. А кто скипнул? Я скипнул. Мне паранойя, я скипнул. Морфей скипнул. Короче, у меня есть вопрос. А когда вы бежали, кого-то убили? Не-не-не-не. А нет, когда вы бежали чинить свет, кто-то втроем бежал вместе или нет? Я починил свет всех. Соло. Кто-то втроем был сейчас, когда... Кто починил свет? Я, Ботя. А, Ботя починил свет. Кто-то втроем только что был? Вы были втроем или нет? Я в соло бегал. Не видел. Аналогично. Никого. Я в кишке трупы делал. Я видел только Морфеев и Скилла на лайфлайнах. А как ты мог нас видеть? На камере. На камере? Окей, смотри, если ты починил свет... Я починил свет, встал на камеру. Смотрите, у меня есть такое предположение такое, что... Если Ботя красный, потому что он починил свет, значит, среди... Морфей красный для меня, я уверен почти на 100%, что он до конца игры красный. На скиллов нет, ты не можешь ничего сказать. Не, я могу... Да. Я так думаю. Да пусть рассуждает. Дзебро, артист и Ботя, просто они друг друга не успели найти, когда не было света, поэтому килла не было. И среди них я считаю, что я тут вообще трейдер. У тебя каким боком вышел? Дзебро, артист и Ботя, говорит, Ботя красный, типа Дзебро, артист и Ботя. Нет, я говорю, что Морфей красный, Леонид, до конца красный. А про меня забить? Нет, ты меня называешь красный по починке света. Ну погодите. Ой, я случайно, я перепутал твой голос, перепутал. Погодите, то есть получается, ну если вот так вот логику судить, логика. То получается, я просто делал киллы на кишке сейчас, не успел, да? Там не было никого. Ну кто-то трейдер тогда, да. Я проголосовал в... Я в скип пока. Один никого, я не знаю, я в скип проголосовал. Не, походу в меня. Я в скип проголосовал. Бля, просто голоса запутался. Я сидел, думал, в головке. В голосах. Короче, Морфей сейчас нормально будет, отвечаю. Я отвечаю.
А бобер трейтер, можешь себе слово здесь. Да, бобер. Если, окей, смотри, бобер, есть одна проблема. У нас остался один трейтер. Мы уже вроде вначале вывели трейтер, да? У нас один трейтер. Выводите меня, потом бобра, игра выиграна. Поэтому не, бобра. Бобра, я видел. А, стоп. Он даже не... Это не Морфея убили? Не-не-не. Морфей убил. Блять, что за хуйня происходит? Это вообще не рубаюсь. Это Морфей убил, ребят. Нет, нам подошло. Это бобер. Да. Он тэпнулся на труп. Да я не мог тэпнуться на труп. Я возле света стою. Алло. Ты поздно это сказал, потому что я прохал свой. Ну не все. Я просто нихуя не понимаю, блядь. Мага убил бобра, потому что... Стой, вроде. Можно я все-таки скажу? Не, получается такая хуйня. Сейчас картина маслом, блядь. Мага топит бобра за то, что думал, что убили морфа. Морфа не убивает. Не-не-не-не-не-не. Я просто... Я объясню. Дебро. Я видел, как бобер тэпнулся на труп. Я думаю, что он убил морфея. Но бобер тэпнулся на труп. Это факт. Да. Я тоже даже квест делал. Блядь, бобер, ты как там с электричества тэпаешься на лаву? Волшебник, блядь. Я не могу, в принципе, в теории тэпнуться на лаву. Ну ладно, чуваки, смотрите, бро, твой голос уже ничего не решает. Он потом мне за это игры сорвёт. Меня поевают. Просто проголосуйте в меня и всё. Я ещё потом Морфея уберу, и игра выиграна. Бей бобра, спаси дерево. Морфея уберём. Морфей, я защитил? Мага, когда мы... Тебя своим телом. Когда ты первым выводит? Когда на трейтерах я делаю килл, выводишь меня? Финербот, я не поняла. Финербот попросил передать, что ты дура. Я не поняла вообще. Что? Нормально. Такого не было. Не слышу, спасибо это за то, что я тебя задефал. Это максимум мог сделать стул, но не я. А зачем Авдеевич пришла в лабу, когда я делаю там килл без баша? Зачем она пришла туда вообще? У меня ласкатка. Или че? Я посмотреть пришла на килл без баша. А зачем? Ну я убил его, ну зачем ты репортишь? У нас интересно было посмотреть. У нас ладно. Не хватает так, одного человека а кто был? В лобби. Бобёр? Фин, а во сколько мы собираемся? В 9? Я не кастер был. Давайте тогда сейчас, пока замены нет, то я поиграю. Ну да, есть замена. А, есть замена? Всю да. Это, а, боти. Чек ой. Не дискорд. О, чел пришёл. Чел с кентом, давай. Как там кент? Нормально. Да нет, ты не понял, Бобрище, я вот имею в виду именно синергия. Пропускная способность, там, скорость именно. Скорость надо чекнуть, там она жирная очень, сказала. Можно вопрос такой, бобер, слушай, ты бобер, потому что лохматый или что, я понять не могу? Почему так? Потому что я бобер. Нет. А, понял. Короче, нет, есть предложение, бобер. Можем, блин, отменить бэкатку сейчас начать, сначала. Опять какой-то сервак, не надо ломать. А я думал плотины. Блять, опять стулу что ли отдать поиграть? Ну сейчас я стулу сделаю алиби, типа отыграю мирного, вот. Вот, а со следующего раунда я дам стулу убивать. Блин, видимо, мой второй трейтер ничего не хочет делать. Или может следующую катку дать? О. Бля. Ладно, видимо, придется следующая. Что это такое? Это труп. Выключается свет. Выключается свет. В темноте, пересекаюсь с Финарготом, бегу на лайфлайне, вижу лифкастера.
Ну мы с тобой пересекнулись, я из админ стола уходил. Я в темноте ничего не видел, ниоткуда ты бежал, ничего, я просто говорю, что я тебя видел. Ну, я на админке стоял. До этого на лайфлайнах там... была хреново туча людей, там FDH и прочее. Хорошо, а скажи, какие ты расположения запомнил, кто здесь стоял тогда? Ну, в электрике у меня было два человека, в лабе был один или двое, и все. Ну и сейчас и вот во... ну и собственно в офисе были люди, но это когда я уже отходил, на электрике там один сколько забегал людей без... было? Я говорю, я думал, на электрике, там... по-моему, ты FDH была в оранжевых своих трусиках вот этих. Да, мне кажется, Финн пиздец. Мы с тобой переключали цвет. Ну, рассказывай. А, ну... Он не знает. Не в ту сторону. А я уже как секунд 15 там стою. Где ты стоишь 15 секунд? Я на метеоритах, ты не сказал этого. Ну, ну, сори, типа метеорит, я тут вообще не обратил внимания. Я сказал по электрике и по лабе. Ну что, не-не-не, возьми про. Я только что сказал двое на электрике. Вот. Кто на электрике? Фишка в том, что... А где Чимарфей? Ты очень сильно проговорился, когда видел Безбаш или кого-то там. А он тебя нет. Мага, мага, а куда? А что ты на свет? Нет, в смысле, Безбаш меня видел, мага. Не, смотрите, вообще-то, вообще-то мага это Безбаш сказал, то, что он со мной пересекся, я сказал, что я когда выходил с админки. Ну я Финн. Так, я скипаю. А я тоже скипаю. Ну, смотрите, просто как бы всего людей особо, ну, типа... О, кстати, 4 голоса, круто. Давайте узнаем, кто меня голосовал. Ну, я скипал. Я голосовал. А, остальные что-то не признаются. А кто у него голосовал? Почему не говорят? Я проголосовал. Бля, стул бы разъебал. Ребят, кто голосовал Финнаргота? Бобьер, Эсван и два человека. Я голосовал. Это голосование? Мне не поставлено. Еще кто голосовал? Один человек, сейчас сложно сказать. Еще один, кто голосовал? Сам себя проголосовал. Ну да, конечно, сам себя. Вот меня все хотят выгонять. Дай-ка в себя проголосую, блять, выкину себя нахуй. Ну короче, тогда... Ну хуй знает, где скип. Я все еще предлагаю Финнаргота. Электричество только что починил я и Морфей. Да не важно, кто починил электричество. Нет, это я говорю инфу хоть какую-то по этому раунду, в отличие от тебя, который просто говорит. Я с Боти и Безбашом была у телескопа. На бутылке. Кто стоял на бутылке? На бутылке. Кто сидел на бутылке? Я на бутылке. Это вот два, которые возле колеса. Чтобы стоять, надо большой талант иметь. Я с Бобром был. Так а в чем проблема признаться, что вы голосовали Финнаргота? Я не понимаю. Видимо, не хотят палиться, вот и все. Короче, смотрите, я предлагаю все еще кикнуть Финнаргота. Так давайте узнаем, кто проголосовал скип. Это я, FDH, кто еще? Ну, то есть по статку. Я в скип проголосовал. Так, не, ответь, скажешь, что проголосовал скип, ты это никак не узнаешь. 5, все, и получается... Ты это никак не узнаешь, трейдер фейканет. Безбаш, ты куда голосовал? Я Финна. Вот, блядь, нашёлся. Что? Простите, ребята, я прослушал, у меня смены качества не было. Я просто поебался. Значит, Финна надо выгонять. Почему? Лол, типа, если в конце, типа, человек такой, ну ладно, типа, ладно, скажу, будучи трейтером, да, надо меня, да? Ну, блядь, короче, скорее всего, реально Финн тогда. А пингует у всех, да, сервак? Логика на уровне Высоцкого, я бы сказал. Не, логика нормальная.
Финаргот убил человека. Стоп. Еще один человек, кто сделал килл. Это было, походу, не рядом с офисом, потому что Финаргот... Хорошо, я говорю, что это Фин и Ботя. Смотрите, ребят, все очень просто. Короче, смотрите, у нас есть два красных игрока, это Авдич и Эзван, правильно? Авдич и Эзван. У нас есть два красных игрока. Артиста явно этих все время на пульсах. И Финаргот и Ботя, скорее всего, два трейдера. И в любом случае мы пикаем их по очереди. На каком он пульсе стоялся? Я сейчас стал на пульсе, типа, и вот при мне... Короче, я объясню, на мне смысла нет разницы, кого кикать. Надо было убивать, я все правильно сделал. Поэтому просто нажимайте кнопку. Меня в любом случае кикали, там они уже на кнопке стояли. Мне надо максимум игроков с собой забрать. Бля. Чинить не надо, да? А где, что ты где была? Я была в исследовательской, сделала свой последний квест, я не могу быть рейтером, потому что... Ну, Издиван со мной был. Я был первый, в оружейке. Первая, кто заорала то, что... Ей в боте вкинули. Я за артиста. Хорошо. Ну, мы проиграли. По артисту третий. Я не понял. Ну, типа, у меня Финаргот палец по нулю. Ну, я пытался там в угол встать, чтобы меня без башни заметил, но он заметил. Почему нельзя по моей инфе в первом раунде кикнуть Фина? Я хуй знает. Да потому что у тебя, ты можешь быть трейдером, алло. Типа, нельзя сказать. Чего размен будет позаставить? По твоей инфе, тем более, тебя не было. Типа, без баш был. Ты, тебя не было. В смысле? Я говорю, я спрашиваю информацию, типа, где я стоял на интернете, человек не знает. Понятное дело, что я мирный. Я бы так бы не спрашивал. Мяу-мяу. Гав-гав. Гав-гав. Ботя, давай. Нет, расскажешь. Финаргот видел, как я к нему зашла и вышла, проверила, типа, кто уходит в душ. Я бы тогда уже зашла, убила Финаргота в душе точно, но никак не вышла и не увидела, как ты убиваешь в коридоре. Давай, Ботя. При меня Авдеич убила только что. Я не знаю, что мне вам сказать. При меня Авдеич убила все, что я могу тебе вам сказать. Сладкий Максимка. Типа, я иду, чеку на лайфлайнах, вижу первый труп, бегу, типа, в админку искать трупы, где, типа, кто находится Авдеич, бывает при мне, типа, фейв-скилл, я репорт. Сегодня история, то, что у меня одногруппник умер. Два. Из-за Фей очень старый, потому что Морфей супер старый, магу прям при мне убил. Морфей старый?
Обидно. Морфей очень старый. Я проголосовал за Авдея. Еще предлагаю, типа, можете выгнать меня, типа, но потом выгоняете Авдея. Нет, 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 нет. Без башни. Еще раз тебе говорю. Меня видел Финаргот, я не могу, я бы зашла к нему в душ, убила бы Финаргота в душе, которого бы никогда бы там не нашли. Я вышла и посмотрела, кто в душе, поднимаюсь наверх, и ты прям при мне в коридоре убиваешь все. Получается разноцвет. Нет никакого разноцвета, боти черный. Без башни. Ну, у меня цвет такой, да, но типа импостер-то ты. Меня не будет. Мне надоело смотреть на то, как люди убивают, поэтому как бы извините, конечно. Не смотри. Так а хули, не блядь, убивай, они не при убивай, мне? Не убивай при других людях. Можно без ты убил при мне, типа, кидаешь на меня, и что я сделаю? Без башни, можешь уже в боте проголосовать? Не, не могу. Он не может, у него забагалось. Мне религия не позволяет, да, в этом раунде ни в кого голосовать. Ну ладно. Только в этом надеюсь. Выгоняйте Авдеича, я сам нажму на кнопку. Нет. Хорошо. Меня никто не будет выгонять. Да, да, да. Вы реально в меня голосуете? Вы нормальные вообще? Это как его? Ботичек. Кто еще в Авдеич голосовал? Нет, тут наконец-то приехала зарядка для часов, которую я жду уже хрен знает сколько времени. По сути, она должна была приехать. Да, она, да, потому что... Я куда-то ездил, не помню. То ли в Испании я ее забыл, то ли что. Беспроводную зарядку для часов. Пиздато чиним, кстати. Кем там охуели, что ли? У меня есть сканер. У меня есть сканер. У меня есть сканер, я могу пойти по сканеру. Я специально хочу... его не тратила. А можно еще дольше чинить? Ага. Я вопрос я хочу задать про Авдеич. Кто голосовал в Авдеич? Назовите цвета. Это был Ботя один ушел. Кто еще один голосовал? Я голосовал Ботя. Ну. Сейчас хорошо, тогда вопрос. Кто чинил реактор? Кто какие реакторы починил? Я правый реактор левый. Стоял, я правый просто задолбался вас ждать. Это пипец. Изи починил левый. Изи починил левый. А Авдеич где сейчас? Она со мной была. Авдеич подошла, я была справа, получается, посмотрела, потому что у меня есть сканер, сделала квесты ну, справа, это... сканер не делала. Хорошо. Специально могу пойти сделать сканер с кем-то. Ребят, Авдеич, мы поверим тебе, что ты прекрасный по тому раунду, кикнем бобра, и мы выиграли. Типа, я думаю, это бобер и все. Может, он голосовал в тебя, хотя знал, что ты, типа, красная. Откуда он знал? Ничего, что я голосовал в боте. Не, ты только что сам сказал, что ты голосовал в боте. Не, он сказал, что он... Я сказал, я голосовал в боте. А, он сказал, в боте голосовал. А кто в боте голосовал? Так никто в меня не голосовал, получается. Все, кто здесь находится, никто в меня не голосовал. Я голосовал, а в Авдеич, я голосовал, голосовал в боте и еще кто-то один. Поэтому я и спрашиваю. Это мог быть артист, но вряд ли артист на мирном стал бы голосовать в тебя. Ну, я все-таки предлагаю Авдеич в баланс вывести, нет, чтобы... Нет, я готова на сканер пойти, алло! Да какой пожалуйста. Сканер? Нас 6 человек, Авдеич! У нас, типа, алло, если 2 трейтера, я... то... Ну, мы я должны мирная, это делать. Нет, я да. мирная, нет, я мирная. Я да прошу, это скипнуть мирный ребят, город, я у нас думаю... отвечаю сейчас здесь один трейтер. Нет, нам нужно трейтер. Это делать чисто по балансу. Так и... Нет. Ну, блядь, какая ты мразь. Я скрипал. Ты заебалась уходить из-за того, что, сука, какая-нибудь сука делает при мне килл, блядь. Ну, извини, Авдеич, я сам против, но так надо сделать. Согласен. Твою, надеюсь? Финаргота выгонить. Посмотрим, будут ли вообще часы заряжаться с этой зарядкой. Если нет, придется терять деньги, получается. Наверное, вряд ли ее примут возврат. Ну, что-то пока нихуя не заряжает, блядь. Рилинг. На, ну это Левкастер. Без башки мне убил. Изи, пожалуйста, выкидывайте Изи. На левой кнопке лежит труп, от него бежит Изи. Я прихожу увидел на левую меня. Кнопку, там лежит кто-то и в мою сторону бежит без башки. Потом разворачивается, мне идет и репортит труп. Почему? Я, ну как, во время саботажа я был в О2, после этого я пробежал наверх.
увидел, как ты бежишь от левой кнопки, добегая до туда, и там труп. И ты просто пытаешься сейчас меня подставить. Я был в О2, побежал наверх. Ты бежишь в мою сторону, но видишь меня, разворачиваешься, идешь, репортишь труп. Ну, нам с Финном думать, как получается, да, Фин? Ну да, вам нам просто думать поверить, надо, либо Изи, либо я. Погодите, Оливкастер, а почему ты не починил реактор? Да потому что я, типа, это между ними разномаз сейчас, Фин, ты меня сейчас спрашиваешь. Мы думаем, или Зиван, или без баш, у них, типа, чё ты меня-то сейчас душишь? Я за тобой бегал весь раунд. Так а ты думаешь, кто? У вас один трейдер остался. Ты думаешь, а кто? Я, сука, не знаю. Я так, типа, ты стал на правую руку, я побежал на левую, не репортят. Я, типа, я не знаю, кто. Но я хочу Изюана почему-то, я без башни. Давай. Давай пофиг, Изюан. Я не знаю, это может и без башни, это, типа, 50 на 50 монетку кинули. О, часы заряжаются, но... А почему я, блядь? Блядь, Авдеич, ты бежишь кнопку нажимать. Иди нажми кнопку, Нарго, чё ты бежишь, Фин, обратно? А ты, когда слабо выбегал, за мной забежал, мы разминулись, типа, за мной Изюан забежал. И когда даблкил произошел, ты не запомнил, что за мной Изюан забежал? А я тут Авдеич бежит. Я думаю, ну все, сейчас из дивана выведут, потому что... Сивать, я тебя завел чисто на сканер. На сканер, так я пошел... Блин, Бобстера, спасибо, блядь, что за душка, Авдеич. Да, я зашел, думаю, ну, Финаргот видел нас. А, ты такой меня убиваешь. А, ну сейчас тебя Финаргот быстро, думаю, выведет. Потому что, ну, типа, последний раз... 3000 уже мне надонатил за убийство, Авдеич, пердос. У меня лишь вопрос к Авдеичу. У нас чего не зашли. Ну, Авдеич не зашла. Первая. А у меня чит коннект, все, зашло. Меня зашло. Видишь, Морфей, экзит лак помогает, ты еще ни разу не вылетел. Ботя. Я увидел, ну, я надеюсь, так, на это. Я тебе говорю, я предложил Финарготу, и Финаргот сказал, можно, но потом. Ну, у меня игра вообще не багается, чтобы ты понимал, Фин, вообще не багается. Фин, есть предложение пойти сейчас вот как раз там, у нас ластовое же или предластовое? Да нет. А, пойти. А там кто-то хотел уходить, типа, через пару каток, не? Да, уже ушли, кто хотел. Но мы там 18 уже с чем-то закончим, хотел. Потому что у нас будет этот бункер. Ну вот, как раз я предлагаю бункер. Сейчас просто потестить. Там у этого, у Бобрища есть сервак кастомный. Не, сейчас. Ну, типа... Не, я скачивать ничего не буду. Я тоже самое говорю, что, типа, скачивать пока не будет. Но я не успею пересесть. Со стула, чтобы он, блядь. Чуваки, я ливну с игры, потому что я свернулся и в этот момент случайно заходил к чуваку. Ладно, давай стул тащи. Кого? Кому? К Финарготу зашел? Ну, получается, Гига Финаргота. Не-не-не, Гига семья, нет. Кика Финаргота. Подождите, что? Ну, он зашел и увидел, что человек трейдер. Нет, к чуваку? Нет, я зашел к чуваку, но не... Не-не-не, это либо Фин, либо Авдеич. Давайте разменяем их двоих. Нет. Я Финаргота сначала. Я Финаргота. Блядь, вы что, охуели, блядь? Алло, алло. Нет, вы не поняли. Я просто получил инфу, что человек не трейдер, но просто все равно. Это было бы нечестно. Ну, а вы охуели в меня вбрасывать, блядь? Авдеич, может тебя нахуй кикнем за такую хуйню? Я сейчас стою. Я сейчас трогал Авдеич. Блядь, да вы охуели, блядь. Да, блядь, все, пересоздаем. Идите нахуй, блядь. Да не, Финаргот, тут и так надо было пересоздавать. И случайно на твой стрим начал заходить, а мы игру начали. Ну, блядь, молчал бы. Ну, просто охуенно, блядь. Ну, Финаргот был трейдером. Ну, мне типа трейдер. Я могу голосовал. Кто голосовал Магу, ребят? Три человека. Я хотел промолчать, но я случайно начал говорить, что я начал говорить заходить чуваку. Типа сразу подумали, что это человек трейдер. Ну пиздец, у меня типа раз в 7 игр это говно выпадает трейдеровское. Мы победили. Я хотел промолчать, я случайно так спалился, что типа именно трейдер. Мог просто тихонечко сказать, ребята, у меня есть инфа, который я не хочу никому говорить. Да, ты мог сказать, что просто инфа у тебя. Так, люди бы все равно поняли, что я заходил кому-то, значит, на стрим. А когда я сказал чуваку, я не подразумеваю пол. Ты мог бы потом сказать, якобы тебе... А, ты же не стримишь, у тебя в чатике есть. Нет, ты можешь сказать, что ты зашел на Donation Lords и тебя типа туда закинули. Да надо. Бля, да. Чуваки, может я сейчас скажу, что я не знаю, мне Инстаграм директе написали как-то. Ту же секунду, когда мы игру начали. Нормально. Я в Инстаграм сиськи тебе скину. Тебе бустер позвонил, сказал, кто трейдер. О май. Так, кто еще один не зашел? Фу, сиськи. Фу.
Ну? Что? Я туплю, сори. Вот. Я туплю. Да, теперь мне будут давать мирного. Бля, пизда, ты за трейдера поиграл, спасибо. Точнее, не я, стул. Так и не понял, заряжается у меня там часы или нет. Какой-то сигнал подали, а теперь... Убивать первым три сейчас успею. Морфей, ну чё ты так палишься, а? Без баша выведи, потом со мной это без баша. Так, вообще взял магу, убил. Блядь, ну, ты просто без баша, пожалуйста, убиваешь. Мирный город. Шо, молю, умоляю, как говорится, ваш главный электрик просит вас. А сейчас же главный электрик сегодня я. По прошлой игре главный электрик спросит. Баш, короче, Морфей, можете меня сейчас вывести, а лучше без баша, потом окей, меня. Смотри, потому, окей, смотри, Морфей, один момент. Если ты увидел, ты что я скилл сделал, почему ты только сейчас проголосовал? Я готов с тобой уходить. Ну, я все, в тебя все, сразу все, проголосовал. Все, все, у меня вопрос, Ну, я кружечку чаю пью, я не нервничаю без баш, поэтому все окей. Ребят, я куда голосует большинство? Трейдер уйдет. Без баша уводите. Я Морфея. Какого без баша? Без баша next просто выкидывайте, да и сейчас будет 5 на 5 и все, и будет весело. Ты куда? То я в Морфея проголосовал. 5 на 5 не может быть, 4 на 4. Ну, Авдеич. Мага, я максимально пытался тебя отбить, как бы без баша, но не получилось. Кстати, Авдеич до конца игры максимально красная. Его убить, примерно. Левкастер, ты куда красная? Проголосовал? Я, да, Авдеич до конца игры. Ребят, красная. Только не забудьте, пожалуйста, вывести Левкастер, без баша. Левкастер, ты куда проголосовал? Умоляю. Я в Морфея, да я сам 90. Могу кнопку нажать. Бобер. Я в Морфея. Бобер. Я без баша. Боже, как просто в меня руки собрать? Это так легко вообще? Это вообще легко. Это вообще так легко? Я в килл без трейдеры, баша сразу спасибо. Говорю. Я говорю без баша. Просто! Не, без баша два человека. Кто без баша голосовал? Я голосовал. Я голосовал. Понятно. Привет, Настя. Как футболка? Вот это я понимаю, Сап. Взяла, купила футболку себе. Привет, народ. И кайфуй теперь. Отвечаю, кстати, то, что многим людям, которые вообще не понимают, о чем речь, очень заходит эта футболка. Очень эффектно выглядит. Девушки, кстати, тоже это оценили. Так, ну что, вы будете меня уводить? Ребята, у меня вопрос к Левкастеру. Короче, иду я снизу, открываю все двери... Чел стоит перед дверью у меня, ну, типа, я одну открыл, смотрю, он, типа, первый побежал на вторую. Я подхожу, стою, жду, пока он откроет дверь, он просто берет, разворачивается и уходит. Ну, типа, а что, буду стоять, смотри, как ты дверь не открываешь? Я отошел туда на километр, и ты ее открыл, когда я уже такой обошел ее. Типа, ты КДшку не хочешь себе сбрасывать, и дверь не трогаешь. Блядь, Левкастер, тут скорее ты нихуя не хочешь КДшку себе сбрасывать. А у тебя какой номер футболки, кстати? Смотри, я иду снизу, открываю двери во два. Сначала открываю двери в офисе, потом открываю двери во два. Смотрю, Левкастер мимо меня пробегает. Я не знаю, Изюан, ты что, меня сейчас топишь? Он стоит возле двери, я жду, пока он откроет, он просто берет, убегает. Я не знаю, что ты меня топишь. Я дальше начинаю открывать дверь, поднимаюсь, чиню свет. Изюан, при даблкиле я был с Авдеич. И она меня должна была краснеть, я не знаю, почему она меня не окраснила, но мы были весь я раунд с ней, я какой ее номер на футболке? Сразу, просто на красный, да, значит, умерла. Ну, молодец, ну, типа... Типа, я красный тоже у нее должен был сейчас, быть. Мы она сейчас не сказала ничего. В любом случае, мы без баша. Ну, сейчас меня, да, сейчас просто в меня голосуйте, и все, чтобы не паранойить. У нас же один фраг был за этот раунд, фейскилла убили, да? Ну да. Да, его нет, Авдеич убили, Авдеич убили, Авдеич убили. И файскилла убили, да, получается. Нет, файскилла в прошлом раунде, в прошлом дабл был. Его в прошлом раунде. Так, а тут 4 килла. Так 4 килла, смотри, сейчас. 4 килла. Один кикнут, два убитых, и сейчас один убит. Да, да, ты прав, я туплю. Одного кикнули. Ну,
Номер 48, блин, близко. 50-й номер с арканой просто был. А. Мне кажется, это левкастер, кстати. Нет, ну, бобер. Понятно, блядь. А смотри, я, это точно не бобер. Бобер, я не бобер по таймингам никак не успел бы. Где я испугался килл? Бобра. Это на камерах килл. Килл на камерах лежит, Финаргота. Это не бобер, я точно могу сказать, что это не бобер. Хорошо, блядь. Но ты ну, боки из Иоанна где? Я задам, ну типа, смотрите, хорошо, да, мне бобер должен краснить тогда, если на камерах килл. Ну там, 18-15. Вопрос 30. К левкастеру и к Изивану. Для вас кто двойка? Ну, получается, ну, смотри. Мне кажется, левкастер или Безбаш? Нет, смотри, Безбаш... Ой, ты сейчас проебался, Изиван. Почему? Это Безбаш был мирным. Я бобра краснил, бобер голосовал Безбаш, он бы не стал бы голосовать своего же трейдера, когда Безбаш. Бобер мирный сейчас 100%, потому что мы видели одного. Это был кто-то... Кто был с Безбашом в размен уходил? Я и говорю, его. Это либо Безбаш, либо Морфей, потому а что... Это Морфей, ты сказал, двойка. Блядь, Безбаш, это Изиван. А секундочку, тихо, левкастер, а ты слышишь, что ты говоришь? Ну, да. Безбаша проголосовал. Подожди, в Безбаша проголосовал Бобер. Бобер мирный. Так не, это не делает то, что Безбаш мирный. Так смотри. Я говорю, просто там размен, я типа предполагаю, что это может быть Безбаш или в касте. Не, типа, я уверен, Безбаш Морфей. Я показывала девчонке, которая сейчас вроде не берет заказы. Я сейчас хочу новые иконки сабов сделать. Не верьте мне, но проголосуйте в Изюан. Это 100%, он мне сейчас топит, но это Изюан. Берешь, блядь. Бобер, поверь мне, в голосу Визуана. Да, только в прошлый раз ты не хотел сбрасывать КД, когда я шел двери, блядь, все открывал, Бобер, чтобы да похуй, электричество я... починить. Ну, типа, молодцы, поверили Визуану, конечно, блядь. Поверь, как Бобер может голосовать... Ой, ладно. Этот смысл. Бобер, ты-то что делаешь? Какая жалость! Да, блядь, Безбаш, ну, я в тебя блядь, проголосовал, сука! Левкастер, объективно? Ты сидишь, блядь, вкидываешь, пиздец. Ну что это за мув? Что это за мув мирного, блядь, не открывать дверь и оббегать их? Ты, блядь, у тебя, ну... Смотри, прикинь, ты подходишь, тебе подходит трейдер, он дверь не открывает, ты открываешь одну дверь, он не открывает вторую. Ты стоишь, он прям перед дверью стоит, и он ее не открывает. Ты понимаешь, что ты сейчас сдохнешь, и ты уходишь оттуда. Чел, на самом деле, я открыл первую дверь, ты идешь на вторую, ты ее не открываешь. У тебя все да нет, заруинил ее сам левкастер. Нет, я ее заруинил, я дурак. Я забыл, по первому раунду мы вместе были, и типа он не был на даблкилле. У меня совдеть была сейчас со мной. Минус 2 было. Ну все, новая карта. Ну, я подозреваю Финаргота. Маг. Почему? Мага. Мы выбегаем из электричества, вижу фиолетовые ножки над трупом бегают туда-сюда, не влево-вправо. Так, Амдеич, почему я-то? Расскажешь? Ты за моей спиной бежал, а труп типа там лежит. За какой твоей спиной бежал? Ну, ты бежал просто откуда-то снизу, я же... Я не бежал ниоткуда снизу, нет. Я стоял на камерах, там был лифкастер, отключили электричество, я увидел то, что бобер с артистом идут в лабу, решил побежать туда, чекнуть, что там происходит, мне навстречу... Пробежали зеленые, хз, какие еще. Я ни с какого низу нет, не бежал, Авдеич. Нет, ты же в электрику бежал. Знаешь, у меня есть вопрос, а как нет. Ты вообще мог... Авдеич, я с камер бежал в лабу, я не бежал в электрику. Да, ты у меня в электрику. Нет. Информация о том, что Безбаш видел, что мой скилл стоял на трупе и туда-сюда бегал, типа. Я тоже видел какие-то ноги, подождите, я тоже какие-то ноги видел, но точно не могу сказать. Я хотел бы спросить... Не-не, это правда, что я туда-сюда бегал. Смотрите, ребят, я изначально забежал на свет, его стали переключать, я решил просто
офнуть этот свет эскейпом, побежал вверх. В итоге там стоял, побегал немного на трупе и зарепортил, когда починили свет. Но откуда у Безбаша была информация, что я бегал туда-сюда, когда свет только починили? Я видел ноги фиолетовые и видел труп. Я тоже видел ноги фиолетовые, мангу просто. Ты говоришь, же говоришь, что ты не видел какие-то ноги. Ну, типа ноги какие-то, ну, темного цвета, точного цвета, я не знал, потому что когда ты говоришь, ты признался, уже тогда я, ну, типа, определился. Не, я ничего не признавался, смотри, я говорю, что я реально побегу. Ну, ты тогда должен был видеть, кто убил. У меня либо у фейвскилла. Как я мог видеть кого-то, когда я только подбежал к трупу? Ладно, я просто видел, ты говоришь, ты выбежал из электричества и начал на трупе бегать? А, полкоманды не голосует, я понял. А, я понял, ребят, я что, я ухожу мирным. Прикола таки, никто не голосует. О, чуваки, чуваки, сорян, я еще на ласт, и я, ну, я уже все, я погнал. Спасибо всем за игру. Да, давай, у нас все равно бункер потом. Найс, найс. Завтра будете играть? Да мы каждый день играем. Все, всем спасибо. Давай, Мага. Хорошая игра. Давай, пока. Пока-пока. У Маги квесты не заполнились. Пока. Я хз, по-моему, сразу после лива отображается, а не после... Нажать кнопки. Я не помню точно, но вроде как да. Да блядь, да он заебал! Опять эта тварь ебаная и опять на том же месте. Без негатива! Бля, чё у меня так игра фризит? Ура, его нашли. Труп лежит на камерах. А. Ну, я сейчас подбежал на лайфлайн, и там тот труп уже был. Ну, и труп Левкастера тоже, кстати, где-то был. Ну, я подозреваю Зивана, почему не сняю, потому что артист без баш, бобёр. А, ну либо Морфей, получается. Либо Зиван, либо Морфей, больше никто не мог. И это, мы с Морфеем мы сейчас пересеклись в лабе, он бежал слева направо. Если я не путаю. Это же так, Морфей? Откуда ты прибежал? Чего-чего? Ты откуда прибежал на лабу? Я из офиса сделал карточку, перевернул ее, потом пошел на лаву, поднял там... Результаты по конкурсам со значками, я пока не знаю, мне надо подумать. Змейки, сделал змейку, забегаю сейчас в лабу, сделал мне не понравилось то, что произошло. Там все со звездными войнами. Со звездными войнами я не могу использовать значки, потому что это авторские права и Дисней меня просто застрайкал. Я тебя не видел, чтоб ты... Я его в офисе видел на Виталах, я его видел. Кто меня не видел? Зиван? Я тебя не видел. Зиван тебя не видел, Бобер тебя видел. Может, я чуть позже просто пришел. Скорее всего, ну, Мага, может быть, был как раз таки мирный. Он как раз таки был, ну, типа, если заобузить немножко игру и посмотреть на количество полосочек вверху, их 5. Господин Соверти, вы мне потом обязательно расскажете, как ну, я остаюсь сейчас, мы что? Вы мне обязательно расскажете, за что вы меня отрепортили. Но я бы Зивана проголосовал. Мне это очень интересно, и я теперь очень сильно начинаю переживать. Чел меня сразу голосует. Ты нормальный? У тебя все окей? У меня все окей, я стою на телескопе, хорошо, ты говоришь, меня не видишь там. Кинул. Поэтому, ну... Блять. Чего? На сервер Майнкрафта можно, по сути, но я, видите, я же очень нестабильный. Я вот начал Майнкрафт и вот уже толком 2 дня не играл. Надо оно вам. Вдруг я перестану играть. Не, ну не перестану, наверное, но... А я не знаю, Настя, что я хочу по значкам. Я поэтому конкурс устроил. Из новых идей там только сделали интересный логотип СВО. Скорее всего, это и будет победителем, потому что это оригинальная идея интересная. С Бэйби Йодой идея крутая и веселая, но, как я уже сказал, Дисней, типа, мне ебал разобьет за такие дела. Бобер валяется.
На выходе из электричества. Изиван артист, вы там стояли все время вместе? Где? Вы на правом, ну, Изиван артист? На правом. Я на правом, я прибежал, никого не было, я там стою уже. Ну, я подбежал где-то сколько? Секунд 5 назад, может чуть больше. Откуда прибежал? Откуда? Снизу. Ну, я бы... Подожди, где труп без баш? Вот выход из электричества. Какой и как сервант, заворачивать фриков. На левый реактор, то есть вот прям винты где. Так, ну, получается, ну, и по логике, если Иван мог там убить, и ты ко мне, ну, тэпнул. Ну, да. Я не говорю, что это он. Нет, я снизу пришел. Ну, я не думаю, что это точно без баш. Артист, если там стоял... Иван, ты же пришел, артист стоял, правильно? Да. Ну, я в Иван голосую. Ну, так я пришел почти сразу. Ну, ты понимаешь, что без баш, типа, для меня не может быть трейдером. Если все время там стояла даже ты, говоришь, если честно, что ты пришел и его потом увидел. Потому что я до конца не знаю. Нет, на четверых а где нет ты смысла была? Тянуть вообще. А ты где была? Я была у кнопки, прожали реактор, я посмотрела, уже был труп. Я такая, блядь, надо идти искать. Поднялась наверх, посмотрела, что вы вдвоем стоите, и труп зарепортили, все. Ну ладно, я поверю. Я поверю Авдеевичу, проголосую за Ивана. Да, ну я думаю, то, что это Иван, ну типа... Я вообще, блядь, ни в ком не уверен, я предлагаю пока что скипнуть. Не, скипать на четверых не надо. Вы можете меня кикать, но я предлагаю скипнуть. Я так орнусь без баша сейчас. Ой, у него-то друга его убили, а он видит, в окошко стоит, смотрит. Изиван, получается, я трейтер, да? Да. Ну как-то попроще. Да. Я бы за Ивана голосовал. Всем спасибо. У меня вопрос. Ой. Там есть один слот. Для меня? В бункер. Получается, да? А ты пойдешь? Ну, если меня шизой не будет. Ой, если меня с биполяркой не будет выгонять. Ну, вот тогда.